Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Барвиха РП Мобайл. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видео. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий, и тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. В общем, дорогие друзья, в прошлом своем видеоролике я рассказывал о том, какую же машину лучше выбрать новичку на Барвихе РП Мобайл. И так получилось, что у меня вышло купить абсолютно дешево УАЗ Патриот. Я, честно говоря, был в шоке. Тачка, которая стоит 1 000 000 рублей, я ее купил за 100 тысяч. И вы это, кстати, тоже можете сделать, расскажу как именно чуть-чуть попозже. И собственно говоря, я выбил эту тачку в черном цвете и с тонировкой. Но тонировка почему-то у меня потерялась. Но благодаря этому черному свету я решил сделать из этой тачки крутой проект, а именно оперский УАЗ Патриот. И сейчас мы отправляемся для того, чтобы создавать из него реально оперскую тачку. Поэтому, вооружившись машиной, я, собственно говоря, отправился сейчас в город, где, собственно говоря, занижают тачку. И мы сейчас этим будем заниматься. Поэтому, дорогие друзья, пока я еду, у меня такой появился вопрос к вам: а почему вы до сих пор не играете в Барвиху РП Мобайл? Ведь это очень крутая, действительно интересная и крышесносная игра на твой Android телефон. Не обязательно иметь какой-то мощный телефон, достаточно обычного Android смартфона. И нет разницы, что именно у тебя Samsung, Huawei, Honor, Poco или даже Meizu, разницы нет абсолютно. Просто переходишь по ссылочке в описании, качаешь абсолютно бесплатную Барвиху РП Мобайл и начинаешь играть вместе со мной. Если что, я играю на 4-м сервере, поэтому жду, дорогой друг, тебя именно на 4-м серваке. Я уже тут играю, поэтому жду тебя. А также многие подписчики мне пишут вопрос: Лича, а что мне делать? У меня нету денег на Барвихе. Я вот зашел, начал играть, а тут работать сложно, это делать сложно, то сложно. А как сразу получить тачку? Ребят, на самом деле есть два способа. Либо прям по-жесткому работать, либо попрошайничать деньги, либо воспользоваться крутым багом, который вам даст реально большие деньжищи сразу во время начала игры. Для этого в чатике нужно будет написать вот такие вот буковки слэш, потом MM, и вот тут в меню игрока во вкладке 9 промокоды нужно будет открыть вкладку промокод от ютубера, и вот сюда ввести мой промокод, хэштег, собственно говоря, Личи, и с помощью него вы получите крутой бонус в размере 150 тысяч рублей. Я уже это ввел, забрал и купил себе УАЗ Патриот, поэтому вот вы также можете этим воспользоваться. Ну а мы уже, в принципе, практически доехали, осталось совсем чуть-чуть, я вот не понимаю, нам на какую развилочку нам нужно будет, хотя нет, нам нужно прямо по дороге ехать, и все будет топчик. И вот такой вот прикол. В общем, объясняю, когда я рассказывал про, собственно говоря, машины для начинающих игроков, все машины были, которые можно купить, это ВАЗ-2106, 2107, и уже, естественно, идут подороже. Приора стоит 300 тысяч, там 4 у нас стоит 250, и случайным багом я купил УАЗ Патриот за 70 тысяч рублей. Это просто изи. Вы также сейчас можете зайти на Барвиху и купить его за 700 и поехать на рынок сразу же продать его за лям. В смысле, вообще без проблем. Поэтому вы можете сразу начинать бизнес в игре, вот максимально прикалываться, и это на самом деле очень круто. Ну а мы уже подъезжаем с вами, собственно говоря, к городу, мы заезжаем с вами вот в такой вот микрорайончик, и сейчас мы с вами, если я не ошибаюсь, вот это, собственно говоря, у нас называется Мурино, так я понимаю. Давайте сейчас посмотрим по GPS, я хочу точно посмотреть, как это называется. Это у нас, да, это у нас Мурино. Поэтому, дорогие друзья, такой вот небольшой поселок, где у нас квартирки, всякое такое. Очень давно, кстати, на нем не был, но прям такая немножечко ностальгия у меня вышла по этому городку. И сейчас мы с вами будем намереваться ехать, собственно говоря, к месту, где мы делать будем развал и
различные другие колеса. Поэтому сейчас уже отправляемся туда. Оно у нас находится возле автосалона, если я не ошибаюсь, вот по этой стороне. Да, и сейчас мы будем заезжать, заниматься своими вот этими финтиклюшками и делами. Поэтому давайте вот так включаем правый поворотник. Опа, поворачиваем вот сюда. Хотя нет, по-моему... Хотя да-да-да-да-да, это тут, а там у нас находится автосалончик. Отличненько. У нас тут есть 3D-развал и шиномонтажка. Я думаю, что мы сейчас займемся сразу и колесами. Заедем, сейчас возьмем колеса. Чего еще можно прикупить на этот у вас патриот? Что-нибудь такое клевое. Да, кстати, штампы. Штампы ставим и не паримся вообще. Разварки вот такие ставим штампы. Отличненько будет смотреться. Я поменял литые диски на штампы. Почему бы и нет? Это у вас патриот. Я их покрашу в черный цвет и будет вообще топово смотреться. Ну а дальше... Мы заезжаем на развал, чтобы занизить и сделать прям оперский у вас патриот. Поэтому давайте будем опускать максимум, сколько можно. Минус 10. Так, отличненько, прибавляем это число, покупаем эту функцию. Дальше, уровень подвески, что это у нас находится? Так, уровень подвески, это у нас, опа, тачка поднимается. Нам не нужно ее поднимать, на самом деле я ее хочу максимально опустить. Йоу-йоу-йоу, что-то вы приподнялись. Так, давайте еще раз нажимаем вот сюда. Баланс подвески, это что у нас чуть-чуть опять поднимается, а, это вверх-вниз, но нам это не нужно, никаких уклонов. Диаметр колес, ну колеса, может это сделать максимально большие, а, они у нас и так максимально большие, окей. Ширина, давайте сделаем чуть-чуть покороче, сделаем его 99, я думаю, что будет прям топ. Хотя нет, 75 тысяч не хочется на такую штуку тратить. Выворот колес нам тоже не нужен. А вылет колес нужно взглянуть на это со стороны, как это будет смотреться. Так, отъехать нельзя туда. Окей. В принципе, выворот колес нам тоже трогать особо не нужно. Поэтому мы можем, в принципе, выезжать отсюда и больше ничего не делать. Потому что эти функции нам особо не нужны. Ну и все, в принципе... Мы, собственно говоря, сделали тут... О, какой микроавтобус прикольно получился. Ребят, посмотрите, но на самом деле жалко, что тонировка ушла. Нужно будет затонировать по-любому эту машину, и она будет бомбово смотреться. Ребят, тачка за 70 тысяч, я уже потратился на нее. Ну, 100 тысяч я... Хотя какие... Ну да, 100 тысяч я на нее... 30 тысяч потратил, тачка мне обошлась в 100 тысяч, ребят. То есть начинающий игрок, зайдя на Барвиху, введя мой промокод, может сразу себе купить УАЗ Патриот и сделать из него оперскую тачку и просто кайфовать. Ну посмотрите, как прикольно смотрится заниженный вот такой максимально крутой у вас патриот. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, пишите свои крутые комментарии. Кодовое слово в этом ролике пускай будет оперский таз. Все, кто напишет оперский таз, обязательно попадет в мое следующее видео. Ну а в следующих роликах мы уже... Продолжим с вами заниматься у вас патриотом. Мы затонируем его, покрасим, собственно говоря, диски в черный цвет и сделаем максимально черную оперскую тачку, наверное, с красными фарами. И будет вообще очень топово смотреться. Так что, ребята, жду вас на Барвихе и делайте свои патриоты. Будем с вами кататься. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. И всем до скорых встреч!